Зачем повышать рождаемость, если нам негде жить? Этот вопрос участники пикета адресуют сегодня властям. Многотысячная очередь на земельные участки растет с каждым годом, как и градус напряжения многодетных мам. На акцию протеста пришло всего 15 человек, хотя только в Барнауле в очередь на земельный участок стоят более 4500 семей. За два года только 21 семья получила заветный участок. При этом нам рассказали, что нередко люди заезжают на свои участки дикарями. На территории нет ни света, ни воды, кругом поле. Мы живем в Первомайском районе, то есть в Бобровке, а предлагают участки за Цаплино, то есть там поле, там ничего, никаких коммуникаций абсолютно нет. Но многие семьи довольны и этому, ведь они вынуждены брать жилье в ипотеку, другие снимать квартиру или ютиться с родителями. В администрации города заверили, что в ближайшие несколько месяцев участки выделят еще 5 семьям из Барнаула. Остальные ждите, земли нет. Пикетирующие, в свою очередь, предлагают внести поправки в закон. Очень многие девочки отписываются с других городов, что да, в действительности, если не выдаются земельные участки, им выдается денежная компенсация за земельные участки. Петицию от многодетных семей сегодня направили правоохранителям и губернатору края Виктору Томенко. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости.